Проблемы на контроль. Прокурор области Жетісу Мадияр Башыбаев посетил Алакольский район и встретился с населением. Совместно с акиматом была организована выездная группа в составе представителей правоохранительных и государственных органов областного уровня. На встрече с жителями региона были обсуждены такие проблемные вопросы, как освоение неиспользуемых земель, укрепление береговой линии в поселках Акши и Куктума, строительство канализационного очистного сооружения, защита бизнеса и многие другие. Мадияр Башыбаев выступил с рядом поручений по координации работы местных уполномоченных и правоохранительных органов. Стоит отметить, выездная рабочая группа провела прием граждан во всех сельских округах региона. Все поднятые на встречах актуальные вопросы жителей включены в дорожную карту, реализации которой находятся на контроле главного прокурора области, а также главы края Жетісу.